Новоренгойцы постарше сегодня посетили городской отдел МВД. В гости к полицейским и бойцам ОМОН пришли кадеты 13-й школы. Подросткам продемонстрировали весь спектр вооружения специального отряда. Кроме того, школьники познакомились с тонкостями профессии эксперта-криминалиста. Завершение экскурсии получилось не менее занимательным. Подробности в сюжете. У бойцов ОМОН от кадетов секретов нет. На стол они выложили весомое доказательство того, что любое сопротивление преступников будет подавлено. Тут травматическое оружие, всем известный пистолет Макарова, гранатометы и пистолет Стечкина, из которого можно стрелять очередью. При стрельбе очередью пристегивается приклад, дабы исключить его поднятие ствола из хорошей хватки оружия. Приклад используется так же, как и кабура для хранения. Открыли ее, пистолет убрали внутрь. Все, он у нас в кабуре. Увидеть своими глазами, подержать и даже пострелять – это возможно под присмотром опытных бойцов. Многие кадеты после вузов планируют работать в силовых ведомствах. То, что им рассказывают сегодня, позже может пригодиться на службе. Эксперты-криминалисты помогают распутать любые преступления. Именно они знают, как найти виновных по малейшим следам. На месте, где был нарушен закон, специалисты собирают улики, скрытые от глаз обычных людей. По почерку они могут определить, какого пола злоумышленник. Эту информацию гости экскурсии слушают с интересом. Про оружие достаточно хорошая информация была. Узнал про характеристики и какое оно вообще. Разрешали потрогать, подержать. И очень интересно. Когда идет расследование, снимают отпечатки пальцев, отпечатки обуви могут снять и проверяют, причастен ли ты к этому преступлению или нет. В будущем я бы хотела стать военным переводчиком думаю, что многое то, что сегодня нам рассказали, мне пригодится. В завершении экскурсии кадетам рассказывают о Волгограде. Именно в этом городе есть Академия МВД, после которой можно стать плечом к плечу с действующими сотрудниками полиции. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».